комбинация, которая была, над которой вы бились в прошлый раз, это поворот перекрестной системы, но сделан с непривычной стороны. То есть, вот мы перешли в перекрестную систему, сделали шаг, сделали еще один шаг, а теперь отступили и повернули партнершу, да? То есть еще раз. Пам, пам, пам. Да? И если вы подумаете, я надеюсь, вы вспомните, на базе каких элементов это все происходит. То есть у нас мы все равно остаемся в рамках тех 9 элементов с первого уровня, но их всячески модифицируем. Все, спасибо за внимание.